Ну, ТБ-форма отличается таким, как сказать, кулуарным общением с заказчиками и производителями, и системными интеграторами, когда можно напрямую обсудить непосредственные задачи той или иной отрасли на различных конференциях. Ну, мы исторически представляем широкий спектр оборудования для видеонаблюдения, в том числе и специализированные решения как для транспорта, так и для банковских сферы, для ритейла, для безопасного города. Поэтому, конечно, в каждом из этих направлений есть определенные ведущие продукты, которые мы предлагаем и которые мы поставляем для российских компаний и поставщиков. Ну, у нас очень интересные решения для банковской сферы и для сферы транспорта, для метрополитена, куда мы поставили больше 5000 видеокамер в прошлом году. И это были ведущие. Но мы этими направлениями не ограничиваемся и пытаемся предложить также активно в ритейл системы по видеоаналитике для ритейла и для других сфер: безопасный город, промышленности тоже, взрывозащищенное оборудование тоже очень интересно в данный момент на рынке. Очень интересна тепловизионная съемка, которую мы демонстрируем на наших тепловизорах. И это действительно интересно, аналитика и встроенная аналитика в тепловизоре и, например, решение по температурному определению порогов видеосъемки. То есть это вот как бы наибольший такой интерес по опыту уже представляет. Ну, я вижу, очень развивается направление по видеоаналитике, то есть запросам по распознаванию лиц, по распознаванию предметов, людей, объектов. Поэтому в данном случае эти направления как бы улучшаются со временем, представляются новые решения, поэтому это, конечно, очень интересно в первую очередь. Как раз обратить новые технологии видеоаналитики на борту конечных устройств, таких как видеокамеры. То есть устройство содержит этот умный интеллект. И в данном случае это позволяет действительно унифицировать применение их на объектах и сэкономить на построении сложной сети передачи данных и серверных решениях. Поэтому в данном случае в этом идет развитие всего рынка по безопасности, в частности видеонаблюдения. И это очень перспективное решение, я вижу, на ближайшие годы. Очень нравится такое прямое открытое общение с заказчиками, можно именно специалистами в этой области, когда можно обсудить конкретные задачи, проекты, представить это оборудование с системными интеграторами совместно. Именно специализация на как бы этой тематике и не распыление на все сторонние задачи, как бывает у других там форумов.